Монета 1 рубль 2021 года. Российская Федерация, Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан номинал. Крупная цифра 1, чуть смещенная влево от центра. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «рубль». Слева внизу и справа растительный орнамент. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканен герб Российской Федерации, утвержденный 30 ноября 1993 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены лентой ордена святого апостола Андрея Первозванного и в царской геральдике символизировали три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское, а также данное Богом единство царственного священства в лице народа, власти и религии. На груди орла московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. В правой лапе орла скипетр, в левой державы – символы государственной власти. Под геральдической левой лапой орла, то есть правой со стороны наблюдателя, отчеканены стилизованные буквы ММД, знак Московского монетного двора. Ниже одной горизонтальной строкой обозначено название эмитента, надпись «Банк России». В самом низу у канта указан год чеканки монеты, дата 2021. Над орлом полукругом вдоль канта выпуклыми буквами надпись «Российская Федерация». Слева и справа у канта находятся по два сдвоенных ромба. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый, состоящий из 110 рифлений. Отчеканена монета из стали с никелевым гальванопокрытием. Магнитными свойствами обладает, липнет к магниту. Вес монеты 3 грамма, диаметр 20,5 мм, нормативная толщина 1,5 мм. Чеканили монету на Московском монетном дворе, тираж неизвестен. Монета имеет от 2 до 3 разновидностей. Почему от 2? 2 разновидности описаны на многих сайтах, и одну разновидность я нашел только на одном сайте. Вот слева и справа две разновидности. Слева кант широкий, листочек примыкает к канту. Слева и снизу, вот, слева листы не касаются друг другу на границе канта. Видите, расстояние, вот, стрелкой указано. Снизу также. Эти два листа не касаются друг друга у границы канта. На этой разновидности справа листы касаются друг друга на границе канта. Что слева, что внизу. Вот. Стоимость разновидностей и слева, и справа, которые по 1 рублю. Это интересно только нумизматам, наверное. Ну и третья разновидность, которую я нашел только на одном сайте, это вот такая. Цена 499 рублей. Разновидность различается по реверсу. Вот, увеличил я реверс. Листики соединяются у канта и образуют острый угол. Лист примыкает к стеблю змейкой. Вот внизу. Верхняя ягода вытянута. Рельеф низкий, четкий и напоминает тиражные штемпели СПМД. Первый обнаруженный рубль 2021 года был именно с этим новым реверсом. Вот, как вы видите, цена 499 рублей. Вот, если кто не верит, вот адрес сайта, адресная строка –